Россию осмотрел московский реставратор. Помещение в центре Саратова можно восстановить. Сейчас важно быстрее законсервировать здание. Именно это рекомендовал реставратор из Москвы. Необходимо его стянуть, данное здание, для того, чтобы не дать возможности дальнейшего разрушения. И чтобы в таком законсервированном виде это здание могло бы уйти уже в зиму. В свою очередь в это время разрабатывать проектную документацию. А средства? Кто это будет делать? Собственники здания или кто? Мы встречались вместе с собственниками здания. Пока что, да, собственники готовы идти и затрачивать денежные средства для того, чтобы разработать проект на первоочередные противоаварийные мероприятия. О судьбе России говорят уже давно, а пожары там случались с завидным постоянством. Осенью этого года члены Градозащитного совета при областной думе требовали принудительно выселить собственников и начать реставрацию здания, опасаясь его обрушения. Я, честно говоря, вот ни разу не ходил на первые этажи, потому что на самом деле как бы страшновато. В итоге не успели. Россия сгорела в День народного единства. Пожар в здании начался с крыши. Общая площадь свыше 1500 метров. Тушение существенно осложнялось отсутствием лестничных пролетов и заваренными входами в здание практически со всех сторон. Сейчас и вовсе увидеть, что там за стеной, возможно только с воздуха. Я так думаю, что там мало что осталось, потому что выгорели практически все перекрытия и полностью уничтожен четвертый этаж. И фактически третий этаж уничтожены. Вот, так что от России мало что осталось, к великому сожалению. Александр Фролов работал здесь еще в 1987 году, а первая экспертиза в конце 90-х годов уже показала, что здание находится в аварийном состоянии. В 2001-м ему присвоили такой статус. Тогда бывший чиновник и предприниматель инвестировал средства в расселение людей из жилой части гостиницы «Россия» и стал обладателем недвижимости в центре города. В 2009 году его часть рухнула, а в 2015-м здание признали памятником архитектуры. По словам Александра, ему не на что восстанавливать его, как и многим собственникам. О том, что в комитете архитектуры проводят встречи с дольщиками, говорит, впервые слышит. Вы знаете, вот мне нравится вообще постановка вопроса. Кто-то приехал и визуально посмотрел. То есть вместо того, чтобы изучить документы, да, те же экспертизы и прочее, прочее, и понять, что несущие, так сказать, возможности у кирпича у самого нет. Тут и фундаменты давно разрушены. Вообще для меня откровение, почему она до сих пор стоит. Понимаете, должно давно вообще по законам физики, да и жизни рухнуть. И дай бог, вот, чтобы оно, ну, как говорится, людей не задавило. То есть еще, чтобы и люди не погибли. Сносить нельзя, оставить. Пока поставить запятую в этом предложении решили так. Но даже первоочередные работы обойдутся собственникам в несколько миллионов рублей. Причина пожара так и неизвестна. В общем, все возвращается к тому же консервированию, как и прежде. Правда, подстричься или купить косметику на первых этажах здания уже не получится. Может, это и к лучшему. Екатерина Сулейманова, Олег Буланов, Саратов, 24.